Семье Рожиных из Айхала вручают молодежную премию профсоюза «Профалмаз». В номинации «Молодая и активная семья» они заняли второе место. Лучших выбирали среди активных семей, участников общественной жизни города или поселка, творческих людей. Заявили о себе и Рожины. Мы решили попробовать свои силы. Приехали в Мирный, это было очень замечательное мероприятие, спасибо организаторам, все было очень на высшем уровне, куча эмоций, только положительные. Семья Рожиных ведут активный образ жизни. Старшая дочь Юлия увлекается рисованием. Близняшки Екатерина и Елизавета играют на хамусе, участвуют в разных мероприятиях. Супруг Нюргустан трудится на обогатительной фабрике номер 14, участник форума «Вилюй», фестиваля костровой еды «Казан-мангал». Мы очень такая позитивная и дружная семья и очень любим везде участвовать. Например, мы участвовали в Исейхе, который проходил в поселке Айхала. Также супруг выезжал в город Мирный, представлял наш поселок. Также наша семья ежегодно участвует в митинге «Бессмертный полк». Дети у нас ходят в школу искусств, тоже принимают активное участие во всех концертах. Марина Рожина – педагог, работает в Центре дополнительного образования. На местном балу молодежи была отмечена в номинации «Я гражданин». Вместе с коллегой создали электронную версию проекта «Судьба одной войны». Проект объединил более 100 историй о героях военных лет. Также в нашем проекте есть газета на основе нашего проекта, которая также называется «Судьба одной войны». Уже вышло 6 выпусков. Каждому 9 мая на протяжении 4 лет мы готовим выпуски газет. И в этих газетах отражаются именно эти истории, которые написали дети о своих прадедушках. Семья Рожиных вместе всегда. Выходные находят время для семейных традиций. В отпуск уезжают на море. Родители всегда рядом с детьми. Придут на помощь, дадут нужный совет. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».